Так, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Need for Speed 4 High Stakes для первой PlayStation. В прошлой серии мы с вами эпично прошли чемпионат на Поршах, но в этой серии снова Порши у нас будут, и думаю, что может получиться не менее эпично, потому что суперкубок Порши у нас на очереди. И также будут все уже прокачаны они. Очень будет, я думаю, сложно. Но мы попробуем. Исключительно для быстрых рейсеров класса улучшенного Porsche 911. Вот. Тут уже полтос надо отдать, вы представляете, чтобы в этом чемпионате поучаствовать. Но благо бабла у нас немерено. Что же, давайте вступим. Отдадим взнос и... Четыре трассы и, главное, все вперед, безо всяких заковырок. Это настораживает. Может быть, здесь будут встречки также. Не помню. Так. Че, Porsche тоже у нас какой-то китайская подделка с правым рулем. Так, ну что, ладно, поехали. Китайская, не китайская, но... Вы слушаете, как ревет высокооборотистая машинка. Блин, я вообще не представляю, что же сейчас будет. Если там так все тупило, в смысле, было сложно. Но там они были не прокачаны. Блин, ладно. Вперед! Трасса, в принципе... Интересно, все тут будут трассы так, прямо или нет? Сколько у нас? 6 соперников. Ну, значит, я так понимаю, не будет здесь никакого этого трафика. Потому что, как мы знаем, с трафиком у нас по 4 машинки ставят к нам соперники всего. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну, пока вроде не так страшно. Чё ты мне тут подставляешься? Шел вон. Шел вон, негодяй, здесь только профи ездят. А ты колхозник. Так. Егорка. Чё это у него крылья там сверху? Раскраска так. Кажется, что у него крылья! Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, вот как они так входят в эти повороты, а? С ручничком, что ли? Да я даже с ручником так не смогу всеми четырьмя колесами завернуть. Пошел вон. Можешь считать, что я тебя послал. Ах ты, блин. Побибикал, все, я тебя послал. Жестко и на все веселые буквы, которые существуют. Так. Блин, так на быстрых машинах так быстро гонка протекает. Уже видите. Уже, короче, первый круг прошел. Так. Эч. Хорош мне свой глушитель подставлять, слышь? Тут там есть Гриня. Ой, неужели у нас Кузя восстал из небытия, из мертвых, из больницы при... Ё-моё! Ой, нехорошо. Что-то я уже отвык даже по этой трассе прямо ездить. Кузёк, притормози, а? Мы же с тобой братья, смотри, на двух желтых поршиках. Ого, вот это был прыжок. Вы видели это? Эпично так. Ой-ой-ой-ой-ой. О, нет-нет-нет. Едем-едем-едем. Кузя. Кузя, стой. Кузя, стой. Там же финиш, Кузя. Куда ты? Ох, хорошо, что я эпично не вмазался там. Кузя, стой! Кузя, дай я на тебя накачу! Ты чё?
Нехорошо первую гонку начинать со второго места. Ай-яй-яй. Зато лу... Ага, нифига не лучший. Гриня обошёл. Что-то вообще все плохо. Ну, по-моему, это лучший круг вообще, 1.28. Ох. Блин. Ох. А, new course, типа рекорд и лэп рекорд, да? Да, вон. 1.2083, точно. Он внизу в самом нас поставили. Да, до этого было 1.31, точно. Еще 2 секунды снял. Но это не помогло, блин. Нифига, и почти ничего не заработали. Машину разбили. Вообще жесткие чемпионаты стали. Я говорю, что будет на Макларенах и Мерседесах, я вообще не представляю. Это хорошо, что мы сейчас бабки зарабатываем. Что там они будут улетать как в трубу просто. В это... Вышло. Куда повернул, туда и вышло. Ой, а вы видели, что там за трассы-то вообще? Ну, сейчас еще более-менее Киндиак Парк. Ну, в смысле, нормальная трасса. А там дальше будет бухта Долфин Ков. И вот это вот снежное, где я вообще не знаю, как ездить на вот этих сликах, которые нам ставят. Абсолютно. Так, сейчас хоть со второй позиции будем стартовать. Может, не придется тратить время столько на прорыв. Так, ну надо аккуратненько, конечно. Ага, ага, ага. И вот так. Вообще отлично, блин. Ну хоть не впендюрились в елке. Так, уже третий. Идет конкретный даунгрейд. Да не надо ехать по обочинам. Пошел вон. Ты что творишь, а, дурень? Вот что это было, а? Ты самоубийца, что ли? И сам, главное, поехал, а? У вас цель мою машину раздолбать, что ли? Лишить меня бабок? Это что, госзаказ? Ничего себе, тут скоростные поездочки какие ездят. На 911-м Porsche еле-еле их сделали. Да, тут уже прям вообще не пошутишь с ними. Ребята оголделые гоняют. О-о-о. А я думал, что со второй позиции стартовать выгодно. Хорош дымить, а? Слушай, парнишка. Так, мы там еще кого-то догоняем. Хорошо, вдвоем. Das ist fantastisch. Я умею говорить по-немецки. Так, 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 накатываем, накатываем, накатываем. Вау! Накатили. Накатили, закусили, поехали дальше. Тьфу ты, блин, а. Что ты будешь делать? Я ж еще в прошлый раз говорил, надо выпилить там эти елки, но они же мешают честным стритрейсерам в том месте. А мы честные стритрейсеры, мы не обманываем никого. Рассказали выпилить, значит, надо выпилить, рассказали мешают, значит, мешают. Как там в тот поворот войдешь на скорости 200 км в час, если там елки? Вот как. Так, давайте убейтесь, а, друг об друга. Пошел вон. Вот так тебе. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ну взял. Че ты, перекрестил, да, типа? Ох ты, блин, гонщик. Воу! Так, а вон и Кузя. Давай-давай-давай, накатывать надо. Уже, блин, конец круга скоро. В принципе, еще не все потеряно. Давай. Тихо. Аккуратней.
очень аккуратно. Так. Что-то поезд тут застрял. Блин. Смотрю, Гриня что-то в попе. Ай-яй-яй-яй-яй, давай, давай, ну! Да. А трасса всего 4. Я думаю, уже выиграть не получится. Особенно, судя по последней... Ого, вы гляньте, у Грини какой клуб. 1.41. Чё он там объелся? Обнюхался, я не знаю, обкололся. Congratulations. You've got a tough time. Да, сейчас плохо проехал. Не надо мне тут говорить. Так. Блин, 6 очков. Нифига отставания. Шмарики. Это чудо только позволит нам отыграть. Только чудо. Разница между первым и вторым всего 2 очка. Ой, тут еще и отражение. Еще и назад. Да вы что, с ума все посходили? Блин, первые трассы, главное, прямо. Вот где подвох был. Они нас сначала взяли, расслабили. А потом резко на газ дали и, короче... Ой, не знаю, как сейчас ехать на этом Долфинков. Дельфинем пляже там. Так, в какую сторону едем? Назад, да еще отзеркалено, блин. Вообще ничего не пойму. В принципе, на следующей трассе, если что-то подобное будет, там по барабану, в какую сторону ехать. Я ее все равно нифига не помню, не знаю. Тут... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, здрасте. Когда все идет из рук вон плохо, оно идет из рук вон плохо. Это ж надо, никогда там не впиливался, и вот привет. Че вы так медленно едете? Че там? Авария впереди? Или вы меня жалеете? Да ё-моё, чуть-чуть подлетел на песочке и сразу в стену. Порш уже искрит, Правильно так впилиться в бетонную стену. Я уже должен бы, по идее, песни на небесах петь. С арфочкой в руках какой-нибудь. Но нет... Мы еще едем, продолжаем и даже кого-то догоняем. Вымрачка, я же с тобой разговаривал уже на эту тему. Пропусти меня, девочка. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Что было, не было. Тоже сейчас что-то... Ох, какой затяжной. Так, а ну да, мы же в обратку едем. Воу. Тихо-тихо, не гуди там. На своем законном, почетном 5-м месте. Целых 2 очка заработаешь. Эй! Для Мымры это ж круто. Ого, там что, они втроем сразу в одной куче едут? Пацаны, давайте вы там убьетесь, а? Куда-нибудь. Воу! Нифига себе, видали, как я проехал? Final lap. А нет, они вдвоем тут бьются. Блин, а Кузя впереди, вот лучше бы... Да что ты будешь делать-то, а? Там прям подлетаешь на это, и тебя выносит сюда. Блин. И ведь это все просчитывалось. Вы прикиньте, это вот все разрывы просчитывали. Что вот с такой скоростью, пацаны, если будут тут пролетать, ха-ха-ха, то давайте-ка вот здесь куда-нибудь выступик сделаем, и они вот сюда прям прямичком будут улетать. Чтобы они там газик-то сбрасывали. Охренеть, я опять 6-й. Все, что жил, все зря. Так, что тут? Мымру кто-то обижает. Слышь ты! Кто ты там есть? Егор! Не трожь Мымру! А он ее уделал. Ладно, сейчас я ему отомщу за тебя.
переживай, не бибикай там так сильно, не напрягайся. Сейчас мы его куда-нибудь воткнем. На. Ну так, как получилось, короче. Да, отвали. Пошел вон. Ты гляди, он опять перекрестил, да? Мы тут вообще втроем едем, тут все на волоске. Можно приехать вторым сейчас, а можно приехать вообще шестым. Там и Мымра где-то рядом, по-любому. Ох, нифига он меня подсечь хотел. Прямо засандолить меня. Воу-воу-воу-воу-воу, там и Кузька. Мать его. Нет, Кузьку мы опять не достали. Что ж с тобой делать-то, а? Подлец и негодяй. И опять у меня не лучший круг. А? У кого лучше? Егор. Так, ну чё? Второе место возьмем. И вроде оно не так уж... Ой, лишь восьмой. Вроде не так уж и сложно так-то подумать, если... Просто вот там чуть-чуть ошибся, там влетел. Везде миллиметры. Но оно всегда, в принципе, так. Всегда можно сказать, ну вот если бы не вот этот вот выступ, я бы, ух! Так, опять, смотрите, от направления назад, отражение в кул. Ну, как я сказал, мне пофиг. Я что прямо, что в обратку, что в зеркалку, что как угодно, я ее не знаю, поэтому... Блин, я и на очки не посмотрел. Ладно, будь что будет. Что у нас там со вторым местом, как дела обстоят, не знаю. В общем, здесь есть шанс приехать последним. Представляете, ребята? Такой шанс предоставляется раз в жизни. Здесь я реально могу приехать последним. Свершится. Да свершится суд. Кузька, а? У него раскраска прям точь-точь такая же, как у меня. Подлец, а? Короче, буду ехать вообще медленно. Прям в прогулочном темпе. Мне нравятся здешние места. Он меня уже кто-то догнал. Пошел вон. Кто ты там есть, я не знаю. Тут все время что-то шумит непонятное. Вода, что ли, там какая-то. Так, ну опять понеслась, что называется. Тещины язычки. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Два круга мучений. И все закончится. Не, красиво, конечно, тоже. Давайте. Позырим на здешние места. Снежок какой. Полюбуемся. Вот. Потихонечку нас уделывают. О, вообще плывем просто. Просто мы не на машине, а на какой-то, я не знаю, байдарке. Одноместной. Ой, и елочку поставили. Спасибо вам. Ну, остановили. Поступательное мое движение. Ну, Егорка, давай, мужик. Тебе ж важнее, ну, заработать очки-то. Я-то чё, я уже свое взял. Капец. И главное, чё разработчики это? Ну, коли уж тут так все на физику завязано, да? Достаточно сильно, как мы говорили в четвертой части. Ну, блин, сделали бы тогда еще покрышки, что ли, здесь уже, если на то пошло, другие, ну, чтобы можно было поставить. Тут, я не знаю, тут шиповка, наверное, нужна, тут трасса обледенелая, чтобы машина просто... Но она... Она плывет. Так, и, короче... You're in fifth place. It's the final lap. Fifth place, вы прикиньте, fifth place. Только здесь, по-моему, и было. Да ё-моё, давай выруливай.
Сейчас нас еще и тетка догонит до кучи. По-любому догонит. Потому что я вообще их только отстаю все больше. Че, Гриня? Кстати, Гриня у нас идет на втором, по-моему, месте. Ну не на втором, в смысле, на третьем. О, да ладно, че, ошибся, что ли, где-то? Поцик. А, занесло, блин. Видите, они тоже тут медленные. Тоже не сладко, да? На сликах-то зимой. Хотя у нас не, у нас не слики, судя по следам, которые мы оставляем. У нас все-таки какой-никакой там протектор все-таки вырисован. Вырезан. Механики, короче, ночью перед гонкой нарезали что-то там на покрышках, похожее на рисуночек. Так, елочка тут была. Прощай, елочка. Маленькой елочки. Холодно зимой. Я пошутил. Не холодно елочки зимой. Все хорошо. Блин, я уже стал подумывать, может, еще успеем вон того догнать. Впереди кто там едет. Но нельзя, наверное, о таком думать вообще. Не-не-не. Я же говорил, есть шанс приехать последним, и я его еще пока не использовал. Все еще впереди. Вон кто-то догоняет. Во. Сейчас. Пятым стану. Ё-моё. Оп. Вот так легко делается. Я это в легкую могу сделать. Какой там fast lap? О чем ты говоришь? Что с машиной происходит? Амортизаторы разбили, все вообще в хлам. Четвертый. Ну что, потерял я второе место или? О, Алекс приехал первым. Кузьма второй. Есть шанс тогда, наверное, все-таки остаться на втором месте. Ладно. Если честно, мне пофигу. Да-да, мужик, какой топ-тайм. Я как Кими Райкен. Если не первое место, то мне по барабану какое. Ну, второе будет. О, лучшее время свое здесь показал, да? На 4 секунды всего отстал от лучшего. Обалдеть. Ой, даже что-то еще чуть-чуть заработали. Да, все-таки мы на втором месте. Вровень с Алексом. Вот так вот. А Гриня аж пятый. Вот. А тут вообще попарно, гляньте. 2 по 19, 2 по 11. Обалдеть. Кузьма, конечно, вне конкуренции. Ладно. Чё нам? Давайте. 75 тысяч. Ну, неплохо. Silver Trophy. Так держать. Вы завоевали серебряный кубок в гонках Суперкубка Porsche. Блин, не, все-таки был шанс выиграть. Если б на первых двух так сильно не затупил, выиграл бы. Можно было бы золотишко взять. Тут и кузов он второй пришел. Ну ладно. Мы еще подняли бабла, выиграли вот это вот серебро, блестяшку эту. Что там у нас осталось? Так, сохраняемся. У нас еще, по-моему, там турнир, я видел, на выживание. Какой-то супер прямо мега турнир на выживание. Это вот то, что был нокаут турнир тогда у нас. Ну, когда последний выбывал из гонки вообще. Сейчас поглядим, где это. Один игрок, особые условия. Special events. Так, да, серебришка. 25 тысяч не добрали. Да, вот, супер гонки на выживание. Здесь нужен любой авто. Блин, от Поршика я, конечно, подустал. Все-таки напрягайся на нем. Я думаю, здесь мы на расслабоне все-таки поездим. Но это будет в следующей серии. Так, а что у нас тут? А, все, по кругу пошло. Вот, осталось два чемпионата. Гонки там в турнире. Последний на Макларенах, Мерседесах и здесь. Вот.
Так что все будет, все будет. Одолеем. Это будет в следующих сериях. Ладно, на этом я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Скудер. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока и удачи.